Какие ожидания от матча? Ожидания, ну что, хорошо провести время, встретиться со всеми старыми там друзьями, проводить Харена и насладиться, наверное, игрой этой. А как приняли приглашение приехать на матч? Случайно оказался в Москве как раз это не на той неделе. И вот сам Эллом попросил, если можно, там, подъехать. Я говорю, ну окей, то есть каких-то там важных дел на данный момент нет сейчас, так что с удовольствием принял приглашение. А вы помните Хоэн Оганесен, что можете рассказать о нем? Ну, помню, больше я помню, естественно, его глядя по телевизору, чем там с ними вместе. Одновременно мы не играли в одно время в сборной, я имею в виду. Вот. А то, что сборной Советского Союза, естественно, там помню. То есть, ну, там, один из лучших игроков, там, наверное, самый техничный, возможно, игрок тех времен. А какие прогнозы сборной мира и Советского Союза? Кто выиграет? Ну, обычно в таких матчах результат роли вообще абсолютно не играет. Там, судя по тем игрокам, которые приезжают, там, сборная мира, там, ребят молодые практически все, там, моложе нас, там, ну, нас, не меня в смысле, а там, у нас-то более пожилые, так скажем, футболисты-ветераны, поэтому, и понятно, что если сборная мира захочет, то обыграет, но здесь, я думаю, что найдем компромисс какой-то. А вы не впервые в Армении, у вас много друзей армян, да? Нет, не впервые, почему? В 98-м был году, ну, был. И до этого, естественно, было еще в советские времена. Выигрывал, да, у Арарата, и в Цехкадзоре был 2-3 раза на сборах. Вот. И, да, и много там друзей, знакомых там. Те же футболисты, тот же Мосисян со Сбилисом в «Спартаке» тренировались под моим руководством. Сейчас смотрите, ну, Озбилис не играет, Юра, вы следите за их играми? Ну как, нет, там следить не получается, то все игры я не смотрю, но Озбилис травмирован, когда он, кстати, в апреле восстанавливается. В апреле уже восстанавливается. Вот. А Юра там сейчас первую игру сыграл, и то, что в этом году, сейчас две игры присел чуть-чуть. Ну как бы это нормальная, там, наберет форму, будет играть.